Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам понедельник. Да, мои хорошие, ой, понедельник принесет вам работу или бизнес в удовольствие, может быть, свое дело в удовольствие, получение каких-то денег, а у кого-то, возможно, даже повысится зарплата именно в понедельник. Возможно, вам об этом сообщат. День будет спокойный и плодотворный. Но, знаете, не будет такого... таких бешеных скачек, вот, то есть день будет реально спокойный, много будет раздумий, размышлений, о чем-то будете думать, разговоров, кстати, тоже будет много и с коллегами по работе, и с родными, близкими, друзьями, знакомыми. В общем-то, то, что я и сказала, много будет мечтаний. Мечтаний, у кого-то планов, да, может быть, будете думать о будущем, о каких-то целях, о том, чтобы, может быть, скопить какую-то сумму денег на, скажем, на поездку или на какие-то другие удовольствия. А вот у кого-то, может быть, даже будут мысли что-то поменять в своей работе. Так, в работе ждет успех. В общем-то, я и говорила о том, что, возможно, даже повышение зарплаты или, может быть, вам сообщат о том, что за этот месяц вас ждет премия. Вот. Так, после обеда, девочки, какая-то поездка, ну, прям коротенькая поездка, и причем поездка, я так понимаю, в одну сторону. Может быть, кому-то в гости вы поедете, может быть, на какой-то праздник, может быть, просто какие-то развлечения, шопинг, не знаю. Поездка пока я вижу как-то поездку в одну сторону. Возвращение, может, и будет в тот же день, но пока реально поездка в одну сторону. Да. Вот. И там я вижу, да, какие-то встречи, проведение времени с кем-то. Здесь может быть как с женщиной, так и с мужчиной. Вот, может быть, с кем-то из ваших близких, знакомых. Да, кстати, может быть, поездка в салон красоты. Там, к косметологу, к массажисту, в спа, очень вероятно. Вот. То есть, возможно, как-то захотите расслабиться, отдохнуть или привести себя в порядок, не знаю, поменять свой образ, например. Точно так же возможен и шопинг. Я об этом уже говорила. То есть, после обеда как-то... Причем тоже, знаете, вот нет какой-то такой гонки в этот день. Реально как-то все спокойно. Даже если это шопинг, то это тоже будет как-то очень спокойно проходить. А вечером вижу какие-то подарки, сюрпризы от мужчины. Мужчина черненький, черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой. Но честно вам скажу, этот подарок или сюрприз может быть и онлайн. То есть, ну, к примеру, подарит вам там какой-то подарок в социальных сетях мужчина, при этом оказав вам внимание, показав свой интерес в отношении вас. А вот, если вы в паре, в браке, то, скорее всего, все равно это будет, вот, независимо от вашего формата отношений. Вот, да, скорее всего, онлайн, в общем-то, я вижу, что мужчина будет, какой-то мужчина будет проявлять через интернет к вам интерес. А вот, может быть, даже мужчина, который вам знаком, может быть, коллега по работе. А вот, что еще вас ждет в понедельник? Ну, крупные траты, в общем-то, я об этом сказала, хотя вот с утра будут у вас правильные мысли поэкономить денежки, может быть, и не стоит столько тратить, чтобы потом не жалеть. Ну, и вечером опять мысли, размышления, цели, планы, обдумывание каких-то планов и так далее. Ну, в общем, с чего день начинается, тем и заканчивается, по большому счету. Для записи на личную консультацию, девочки, если хотите знать, что будет дальше, что вас ждет в ближайший месяц, год, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Ну, и теперь, как обычно, карта совета на понедельник. Давайте посмотрим, что посоветуют богини. Угу. Богиня Веста, дом. Ситуация улучшится в результате переезда или здоровых изменений в домочадцах. Так что будут какие-то изменения
Может быть, вы планируете реально переезд, либо могут быть изменения реально в вашем доме. Ну, надумаете, тут много размышлений. Надумаете, может быть, сделать ремонт или вообще переехать в новый дом, к примеру. Вот. Пишите в комментариях, какая ситуация лично у вас. А я желаю вам всего самого-самого наилучшего, бескрайнего счастья и изобилия. С вами была Алена Ариес. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.